Всем доброго дня и отличного настроения! Я уже показывала, как делать елочку, а сегодня мы будем делать для этой маленькой елочки игрушки из глиттерного фоамирана. И верхушку. Вместо верхушки мы делаем ангела. И вот такая получается у нас замечательная нарядная елочка. Итак, для работы нам нужен будет глиттерный фоамиран. Весь материал можно приобрести в онлайн-магазине «Мир рукоделия». Ссылка под видео. Мы будем делать вот такие звездочки, домики. И верхушку ангела. Сначала я вам покажу, как можно сделать маленькие шишечки для елочки. Для того, чтобы сделать маленькую шишку, нужно взять полоску коричневой гофрированной бумаги 5, ну, примерно сантиметров 20 длиной. 5 сантиметров шириной и примерно сантиметров 20 длиной. Теперь будем делать красивые звездочки из глиттерного фоамирана. Сначала надо сделать шаблон. Вот, по клеточкам можете сделать такой. Шаблон это для маленькой елочки. Затем вырезаем его из картона и уже при помощи него вырезаем из глиттерного фоамирана столько звездочек, сколько нам надо. На одну звездочку идет 2 половинки. We'll be right back.
И готовы у нас такие маленькие яркие звездочки для маленькой елочки. Если видео было вам полезным, то ставьте лайки. В следующем видео я покажу, как можно сделать домики и ангела на верхушку. До новых встреч, дорогие друзья! Пока!